Оказывается, у нас и косуля есть. Ну, такой маленькая, да? Она не раненая, нет? Не-не. Она что, заблудилась? Рыбачу я сегодня на мотыль. Вот он у меня в картошке. Чи це нікеліровані, чи хромірований зверху? Є, ні, ні, електролізом. Колібалка взяла, йолки, я тебе говорю, як ударив, блядь, половина. Блісни нема. Та йопересете, сошов. На подъем сработал. Ну, долго он мурыжил, еле-еле так. Практически клево. Оля, собачка. Хиба я возражаю, хай клюет. Тихо. А? Тихо, да, да. На Николаев, который. Херсон Николаев? Да. Ну там и до Николаева сделали раз. Вроде. О, вот это и есть. Размочил, Серега. Размочил, Серега. Хороший товар. Уп. О, это и есть. Размочи, Серега, размочи. Хороший, хороший. Оп. И одервался. Не, уже на берегу. Вот такой карасик клюнул. Какой же бензин дороги, дешевый, дешевый. Не, я ее сам включаю. Здрасте. Ну что? Да.
Как-то плохо сегодня. Это батя звонит. Одного карася только поймал. Осторожно. Это батя звонит сегодня. А, я понял. Говорит, Сергей. Лучшему. Дима. Пожать руку. Сетями сегодня до 5 утра тут орудовали. Надо, да? Да, и ну еще может перемена погоды, кто его маленький знает. Карасик, а вон. Только что вытянул. Там дальше места тоже есть? Да есть там места, но воно я пробовал и там ловить, и там. Там позавчера 2 поклевки только было, а вчера вообще ни одной. Вот там места есть, то я видел 3 места, что ну, рыбу чистил кто-то, что и луска. А так, то я сидел вот тут возле мостика, вот тут сидел. Да, а потом там не клевало у меня, тут лед был, то я поразбивал лед, перешел сюда. Это, наверное, лучше тут, потому что оно... Тут больше она крутится. Ну и кидать туда на обрез. Ну сегодня я же говорю, очень плохо вообще. Если два дня... Вчера, да, нормально было? И вчера тоже нормально, да. Но я вчера только вот это, что видео выкинул, я только с 3 часов начал рыбачить. Бо я то на том месте, а потом... Ну, это же и проехал. Я думаю, солнышко должно после 3 воно и брать должно. Та погода сегодня что-то. Я вчера на курагу просидел, ни одной даже не скинулась ни разу. На этом, на ставке ну, вот там. Там. Перед этим он проклевывал и остановился. Это я просто подсек. Не. На той стороне, если туда через мостик надо пройти, то там есть места. Старчаков сильно много. Не, нема, там чище. Як вытаскивать там. Ну хотя, в принципе, пытаться можно. Вот это уже хороший. Бровенький. Черный какой-то. Вот такой карасик. А приходит мальчик, где-то ему лет 8. Палка у него такая, где-то метровая. Веревка привязана, крючок такой большой.
Ну, я потом уже подходил к нему, спрашивал, и у него кукурузная вот эта мамалыга такая. Он облепил крючок, закинул под баржу, на 10 килограмм вытянул рыбину. И сидел полчаса, мы целый день, а он полчаса. А вода в Ниле такая, как вот у нас в лужах, еще взбаламутить. Вот это такая вода. Ну вот, мутная, она коричневая. А негры приходят и пьют ее вот это. Ну, в Южный Судан, нет, там негры. Зацепили рыба? Сюда. Иди сюда. Гад какой. И тот поплавок сгорнул. Какой-то здоровый. Да тащу еще. Застрял. О, хороший. Да. О, какой карась. Грамм 400. Ох, какой карасятло. Вот такой. Клюнул. На грузик ставил тесто. Ванильное, это медовое. Вот это красавчик, хороший карасик такой. На сегодня рыбалка моя закончилась. Сегодня клев, конечно, был не ахти. Ну, 4 своих карася я поймал. Вот какие эти карасики. Отличные караси для февраля, считаю, отлично. Ну все, на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока, до новых встреч.